За получение взятки был задержан заместитель начальника областного центра обслуживания населения. Чиновник вымогал деньги с директора одной из охранных фирм. Об этом сегодня сообщили финполиции. На, посчитай. 400. Сколько должно быть? 400 тысяч. Фамилию госслужащего не называют. Заместителя начальника областного ЦОНа задержали с поличным. Через посредника ему были переданы 400 тысяч тенге. Установлено, что он вымогал 10% в виде отката от суммы 4 миллиона тенге с директора охранного агентства за услугу. Чиновник обещал подписать акт выполненных работ по охране здания ЦОНа, который фактически уже был подписан первым руководителем учреждения. Возбуждено уголовное дело по статье 177 Уголовного кодекса Республики Казахстан по факту мошенничества. Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В настоящее время уголовное дело готовится для направления в суд.